Привет, дружище, ты все еще не накачался? Ты не знаешь, что для этого нужно? Как, что и где, когда? В этом видео я покажу упражнения как на турнике, так и от пола. То есть мы будем отжиматься и подтягиваться. Я покажу, что для этого нужно. Для этого нужно немного. Для начала хватит вам собственного веса. Вы с ним сможете накачать нормальную банку. А теперь приступим к видео. Дружище, поехали. Если ты все еще тут находишься, для того, чтобы нам накачаться, нам все-таки понадобится рюкзак. Самый обычный рюкзак, который не жалко. То есть вы можете взять рюкзак, накидать в него бутылок или положить два бутля, чтобы он весил хотя бы килограмм 8. Если у вас есть какая-никакая база, вам пригодится этот рюкзак. Для набора массы вам нужен доп. Вес в любом случае. Если вы будете делать много повторку, ничего у вас качаться не будет. А мы перейдем к упражнениям. Поехали. И первая часть нашего видео будет состоять из отжиманий. То есть мы будем рассматривать упражнения в основном только от пола. С рюкзаком, может с доп. Весом, как раз таки, да. Или без доп. Веса. Мы будем рассматривать упражнения исключительно от пола. Во второй части видео мы будем рассматривать подтягивания. То есть подтягивания, отжимания от турника тоже с доп. Весами, без доп. Веса. Давайте все-таки с вами уже приступим к видео. К упражнениям и поехали. Первая часть будет состоять из трех упражнений. Первое у нас — это алмазное отжимание, то есть отжимание на трицепс, то есть это в основном отжимание на трицепс. Второе у нас — это будет отжимание широким хватом, то есть у нас будет отжимание на грудь. И третье у нас — это армейские отжимания, то есть отжимания в основном идут на плечи. Вот, на плечи. Еще можно добавить четвертое. Это будет у нас отжимание на трицепс. И поехали, я покажу все, как это все выглядит на практике. Погнали. To the bottom of the bottle, I've been drowning, I've been floating away. Every other dollar that I got in bed, I'm probably winning it away. I ain't f***ing okay, I ain't liking it, babe. I don't even wanna talk, I'm just smoking my haze. I've been stuck in my ways, I've been stuck here for days. I've been staring at the clock as the radio plays. I'm enslaved. Yeah. Rolling another, I'm stuck in my seat from the whole control of my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million that depend on me. Yeah, every friend in my family. И вторая часть видео. Во второй части видео у нас будет прокачка предплечья, бицепса, спины, также грудных, плеч и трицепса. То есть мы прокачаем эти группы мышц также только на турнике. Первое у нас — это подтягивание узким хватом. Это у нас будет подтягивание на предплечье, бицепс и по некоторой мере на спину, то есть на нижнюю часть спины. Вот. Второе у нас — это подтягивание широким хватом. Это у нас будет в основном напряжение идти на широчайшие мышцы, на ширину их. Вот. И по некоторой части все-таки включается бицепс и предплечье. И третье у нас — это отжимание от турника. То есть в нем у нас будет как раз-таки включаться средняя часть груди, в основном у нас включается, то есть и в зависимости, как вы возьметесь, то есть хват, в зависимости от хвата у вас будет меняться напряжение по части груди, вот, и также будет напряжение на плечи и трицепс. И погнали, посмотрим, как это выглядит на практике, эти упражнения. Погнали. Ripping 100 more less. Never stop, no rest. Till the stress is breath in my chest. Till it's diamonds wrapping my neck. Progress to a god from a god. Mess, hopeless, more tests. More blessed. Dug deep down, trying to find my best. Find a beast, had a killer conquest. I'm next. I'm too on, till I'm too off. Come down, make new thoughts. Like jumping off of that rooftop.
move up, make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's y'all, it's y'all. Scandal, they killing me, rocking my brain. Full of shame, I don't wanna lose it. I'm full of stage, trying to find my pain. My sister's coming out of that rain. My day, really my game. I'ma never slow down, I'ma never behave. I'm stuck inside this prison, inside this cage. It's taking over, I'm И вот подошло это видео к концу. Хочу сказать всем спасибо за просмотр, кто оставался со мной и кто хочет поддерживать свое тело. Подписывайтесь на канал. Можете следить за мной, как этот канал развивается. Вот, надеюсь, вам понравилась комплектация этих упражнений в домашних условиях. То есть вы вполне можете сделать, если у вас есть большое желание этим заниматься, заниматься спортом. Подтягиваться, отжиматься, то есть вы вполне можете использовать даже вот как я подтягивался только что на обычных воротах. Вот, а всем спасибо за просмотр и всем пока.